Это просто красота. Это опять же центр города Брянска, парк имени Алексея Константиновича Толстого. Смотрите, как у нас красиво. Вот. Смотрите, какая прелесть. Как мы хотим, ребят, чтобы всем было счастливо жить на свете, чтобы никто никого не обижал. Чтобы всем-всем было хорошо. Правда? Да, мы хотим, чтобы все радовались. Радовались вот этой новизне, вот этой листве, вот этой красоте, вот этому миру, который нас окружает. И чтобы жизнь продолжалась долго-долго человеческая, чтобы она не заканчивалась 50, 60, там, 70 лет, а чтобы человек жил сознательно, радостно, чтобы люди сажали сады, цветы. Вот чем больше человек связан с землей, чем он больше на земле трудится, тем он больше живет, кстати. Это вот я вот смотрю по моим предкам. Бабушка мне даже говорила, у своей 85 перед смертью, что говорит: Лен, если бы дом не снесли, и мы бы жили в своем доме, и у меня бы было хозяйство, разве бы я вот сидела бы так на кровати, в этой комнатке, в двухкомнатной квартире, разве бы я, говорит, вот так бы поправилась бы, вот такая была бы полная, и сейчас бы, говорит, бегала бы, свиньям там корм вместила бы, поросятам там, этим курочкам, и на огороде что-то полола. Я бы живая, она, говорит, была, не заболела бы сахарным диабетом. Вот, это вот слова моей бабушки, покойницы, царствие небесное. Ну, умерла она достаточно легко, сердечко не выдержала, она заснула прямо на глазах, заснула и все. Потеряла она жизнь вот так вот, она прямо ушла из неба. Так что, я не знаю, гляньте, какие у нас такие птицы летают, небо какое красивое. Вот хочу всем-всем пожелать добра, любви, мира, весны. Чистого неба хочу пожелать, добра, чистой воды, чистого воздуха. Чтобы везде вот столько было зелени, чтобы во всех городах люди сажали цветы. Даже где это практически невозможно, какие-то клумбочки ставили бы. Вот. Это так украшает мир. И люди, связанные с природой, они добрее. Они другие люди, которые любят природу. С детства надо учить детей любить. Не кабаки, не рестораны с детства учить. Вот. Не всякие там шоу вот эти вот с Винни-Пухами. А природу любить учите детей, родину свою любить учите. С детства прямо приучайте их. Чтобы они с детства понимали, что этот кусочек, вот клочочек земли, это их родина. Как мама, как папа, так и родина. Вот к чему я вас...